Blender 2.90, еще немножко информации по аддонам. Давайте еще один аддон рассмотрим. Так, это уже по сетке. Первый вариант, давайте, наверное, с торусом поработаем сначала. Delete куб. Add mesh. Открываем торус. И у торуса у нас есть вот такая сетка. Допустим, мы хотим здесь завязать как бы канаты там или еще что-то, да, нам нужно изменить вот эту сетку. Так, и что нам с этим делом поможет? Так, семерка на нампаде. Так, свет, камеру и свет я пока отключу, чтобы не мешались. Опять же, это так, mesh, давайте добавим циркл G, выведем его вот сюда и зайдем в Edit Mode. Теперь, что можно сделать? А давайте-ка мы вот такой шаг сделаем. Значит, включим Move, включим английскую E, щелчок и опустим вот эту вот часть. Немножко вот так экстрадируем. Сейчас я просто как импровизирую. Я такого ничего не делал и первый раз, можно сказать, вот это все дело снимаю. Так. Включаем модификаторы, добавим, давайте, Solidify, толщину всему этому делу. Ну, где-то вот так вот. Применим все это дело. Зайдем в Object Mode, нажмем Apply. Теперь Edit Mode. Делаем английскую A. И теперь Shift D. Вот как в ZBrush я показывал, кольчугу делать, да? И здесь тоже сделаем Shift D. Вот сюда вот так подставляем. Еще раз Shift D. Ну что-то где-то в таком духе. И еще раз Shift D. Ну как-то вот так приблизительно. Здесь можно было поменьше их завести сюда. Здесь как-то подровнять поровней. Ну не суть вопроса. Так, английская A. Делаем S. Ну сразу уменьшим. Заходим в Object Mode. Теперь N. Нам понадобится вот этот аддон Tissue Tools. Он встроен уже здесь в 2.90. Пишем, допустим, на английский переводим и пишем TSS. Вот. Mesh Тису, вот этот аддон, ставите галочку и все. Или автоматическое сохранение у вас будет стоять, или сейф преференции. Теперь что нам нужно сделать? Выбираем сначала то, что мы здесь натворили, и через Shift Torus нажимаем Select. Так, здесь у нас настройки, локация, глобально, 3, Quad, Patch Frame, короче, здесь тоже Merge поразбираться надо. И так, ну давайте Dissolve Scene поставим. Жмем ОК. И вот теперь у нас на каждый полигон наложилась вот эта вот штукенция. Выбираем теперь именно, ну давайте, торус, и попробуем его delete. Так, Ctrl-Z. Назад опять выбираем Object Mode. Выбираем вот эту штуку, вот эту, и жмем Tessellate OK. Теперь нам нужно Tessellate вот этот есть, и торус можно выбрать и его удалить. Во! Получается у нас вот такая сетка, как кольчуга. Так, теперь что можно сделать? Выбрать вот этот торус. И надо ему так добавить модификатор Solidify. Толщину прибавить, ну, чтобы он более-менее нормально выглядел. Все. Apply применяем. И получается у нас вот такая сетка, как кольчуга. Ну, конечно, тут
нужно еще подкорректировать вот эти вот, чтобы совпали пересечения. Так, это конвертация по полигонам. Тут вот можно настраивать по UV to mesh. Если развертку сделать вот этому всему делу, то будет по развертке все это дело накладываться. Так, что? Ну, а так, в принципе, и неплохая получилась бы кольчуга или, допустим, ну, не знаю, какая-нибудь штукенция прикольная. Delete. Давайте теперь все это Smash план попробуем. Опять план Edit Mod. Семерка на NumPad. Edge давайте добавим в сабдивизии. Вот так. Побольше их. Вот. Ну, пойдет. Теперь заходим в Object Mode. Опять выбираем наш вот этот, так сказать, заготовку кольчуги. Так, Edit Mode. Выбираем L. G. Давайте немножко как-то здесь все поперетаскиваем. Выбираем полигоны. Английская L. Выбираем G. Как-то откорректируем. И эту тоже вот L английская. G тоже как-то подкорректировать. Надо их тут ровней установить. Опять L. Наводим на полигоны L. G. Так, ну, чтобы все это было однообразно как-то. L и G как-то вот, ну, где-то вот. Попробуем теперь. Так, Object Mode. Выбираем полностью вот этот вот, опять же, заготовку нашей кольчуги. Через Shift выбираем план и T-Select. Нажимаем, попробуем Fan. Что тут у нас с фаном? Origin. Element to Origin. Так. Close. Закрыть Mesh. Dissolve Trim. Так, это Bridge Loops. Cup Holes. Bridge Widget. Давайте лупы поставим. Что тут еще можно сделать? Constrainy. Scale. Чуть-чуть увеличить. Offset. Так, но это можно добавить еще группу. Ну, пробуем. Окей. Смотрим, что получилось. План выбираем. Delete. Выбираем нашу вот эту сетку. И добавим-ка ей, опять же, модификатор Solidify. В принципе, толщины много не надо, пойдет. И получается, гляньте, ну чем вам не как их называют, не шторы там, не занавески, не узор какой-то на стену или там покрывало. Можно еще выбрать Transform и все это дело немножко сплюснуть, чтобы потоньше было. О. Теперь прям скатерть. Вот такая штука. Тут можно как вот по фейсам, триангуляция и так далее. Тут можно экспериментировать. Это я вам уже оставляю возможность самим совершить, так сказать, открытие этого аддона. Все, всем пока, до свидания.